В Новой Зеландии группа неизвестных без причины напала на туриста, избила его и оставила лежащим на земле в бессознательном состоянии. Об этом пишет Daily Mail. Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, на территории геотермального парка Вайатапу. Мужчина из города Веллингтон, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что неподалеку от кратерного озера Ротаруа его атаковали примерно 7-8 человек, несколько мужчин и женщин. Они держали в руках бутылки с алкоголем, начали ругаться. Я сказал, что мы с друзьями можем уйти, если они не хотят, чтобы мы там были, но они не разрешили нам уйти, описал он происходящее. Впоследствии группа начала избивать жертву и его попутчиков, побои длились около 15-20 минут, в результате чего путешественник потерял сознание. Нападавшие скрылись с места происшествия, забрав с собой все вещи туристов, в том числе горный велосипед и доски для серфинга. Общая сумма ущерба составила 7 тысяч долларов, более полумиллиона рублей. Позднее врачи выявили у пострадавшего перелом костей лицевого скелета. Полиция расследует обстоятельства произошедшего. 10 июня сообщалось, что толпа прохожих жестоко избила туриста на улице в Барселоне на глазах его возлюбленной из-за часов. Несколько мужчин набросились на случайного встречного с кулаками, повалили его на землю и намеревались сорвать с руки аксессуар. В это время его девушка с криками отскочила в сторону, очевидцы происходящего никак не пытались помочь туристу. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.